Ребят, всем привет. В общем, понемножечку начинаем. Успел я сюда, сидел с Машей, но вот к вам спешил очень сильно, но все-таки я здесь по итогу. Так, ребят, короче, сейчас посмотрим, что там да как. На кибетике ставочки есть, вы помните все, я думаю, на Лайфенг, вот, можете смотреть. Сегодня такая неслабая группа, Ксигуа и Асуну, два китайских зерга, очень даже неплохих, и Alive и Кин, два корейских тирана. Так что будет сильно, кому интерес, ставочки пилите. Вот она, группа D, соответственно, Ксигуа и Асуну, ЗВЗ, все начинается, дальше ЗВЗ не будет, только ТВЗ. А это крутой реально матчап и ТВТ. Одно лайф против Кина, естественно, будет. В общем, ждем начала. Ну, тут я даже не знаю. Можно тоже экспрессик пильнуть. Лайф фаворит везде, ну, посмотрим. Блин, а себе шестерик коэффициент набирается. Ну, ладно, один табакинский можно условно впилить здесь. На такой экспресс жутчайший. Вот, ну, поехали, короче, ребят. Ждем начала. Меняю захват. Вот, я думаю, что вы уже здесь. Многие из вас. Кто-то, возможно, нет. Так, короче, сейчас я все тут удалю, лишнее смыло отовсюду. Андрюха выложил там запись какую-то, я смотрю. Так, группу D выложил Андрюшка. Спасибо ему. Сейчас я вам отдам ее на плюсование, очень скоро ссылочку. А пока ВКонтакте выложу. Так, почему не выложена группа Б? Вот она, группа Б. Thank you.
Так, ребят, ну что, людей много собралось, здесь уже достаточно таки. Ждем начала, 14:00 времени, задержка 12 секунд. Вот, что ты ходишь зад вперед? Тебе мочку оторвать, твою, она была. Псарь, псарь. Да, кто тебя так туго бомбил? А, это я так одевал, ну ладно. Давай, отключу тебя. Ошейник сниму пока. Так, ну что, пришел ЛФКаст, это тот, кто хост обычно здесь задает. Привет, Миш. Вчера экспресс что-то не зашел. Бил и забичевал, вот, но тут ничего не получится. Привет, Сиф. А вот, я прошу прощения. Не вступил я в группу. Что-то у меня звук почему-то вырублен. О, все, наконец-то звук я врубил и все слышу. Ну все, ждем начала, ребят. С вас плюсики.
Спасибо всем, ребят, за плюсики. Большое. Так, на одном 13, на втором. Тоже 13, что ли? Или я что-то не то обновляю? Здорово, Илюх. Все, ребят, я успел приехать 2 часам. Я обещал к часу, но, к сожалению, бабушка Машина, мама моя, только смогла приехать сама к часу с лишним. Поэтому как успел, так и приехал. Возможно, мог бы и весь день сидеть с Машей, но это только мне в радость. Другое дело, что и постримить надо. А, ребят, здорово всем, читаю новость про Стефана, вот он там лепит-то вообще. Я, говорит, в клубе, когда тусуюсь, то лучше играю, когда я слишком пьяный. Блять, это фотка старая. Это же Швеция, где с Брюсом мы были. Почитал я немножечко просто. Вот, вам скидываю. Короче, ждем. Что-то там непонятное происходит. Лайфинг пока не начинается. Нифига. Ракан, да, к сожалению, не втащил. К
Короче, Стефано поехал на такой турик, что успел где-то там упороться опять. Еще и выиграл турик, не проиграв ни одной карты.
Так, ребят, вроде все сейчас подходит. Здорово, Акиры. Что-то просто, ну, не подошли, ребята. Я тоже просматриваю тут всякую инфу, что у нас будет. Я дома еще не был, просто пока что. Вот. Нужно посмотреть, что сегодня комментировать-то вообще. Вот пошел инвайт, все, можно заходить. Так, Алима Лига сегодня идет. Какая Алима Лига, ё-моё. Не туда я куда-то запилил. Так, сегодня Варди Опен. Вот это я пока не знаю, кто у нас и что. На, квалификация вторая, видимо, да? А нет, уже была. Что такое? Ты чуть не понимаю. Кто-то не жмет подтверждение, судя по всему. Квалификация четвертая. Смотрю, тут сегодня будет на Варди Open. Ну что же, можно посмотреть, конечно. Что там и как? Все, наконец-то все подтвердили. Так, ну что, Варди Open сегодня еще есть King of the North. Ну, King of the North это уже поздно будет. Завтра же селище, кстати говоря. Полуфинал номер один Сос Мьюнсик, между прочим, ПВПнчик будет. Так, Константин СПБ, 37, вижу Рубасов. Первых на сегодня. 37 мое любимое число раньше было. Почему? Потому что 37 мой был любимый истребитель, самолет. Спасибо. Какое расписание? Ну, Лайфен Кап сейчас. И я думаю, что Варди Опен. Я ориентироваться буду на него. Он будет во сколько начинаться? Он будет начинаться 20:00, что так он поздно-то будет начинаться-то? 5:40 еще. Так, 13 плюс 5. А ну да, получается, что? 15 плюс 5, точнее, не 13. Да, получается 20:00. На Старлигу никого не пускают, как бы, в игру. И на GSL. Даже официально, если ты стримишь, тебя не пускают туда. Например, ну, возможно, когда-то буду официально стримить, не знаю, как бы. Хотя сомневаюсь я в этом. Там без разницы просто, как бы. И стрим идет, и ок, что называется. Поехали! Да, похоже, что лайф и осуну сейчас будет.
Привет, это Экстарт, привет всем, Яраган, привет. Ну что, судя по всему, Элайв против Фаосуна у нас первая игра. Что-то тут извинилось, когда китаец один куда-то пропал. Хотя это может к Сигу, я даже вообще хрен знает, кто это, ребята. Поехали, наконец-таки. Фух, прошу прощения, начинаем. Сейчас я отдуплюсь тут. Блин, сегодня я встал просто адово рано. 6:45 где-то. Проснулся, пошел с Чаликом гулять. Потом остался с Машей. Даша ушла, Маша встала. Я говорю, давай поспим, Маша еще. Она в итоге легла со мной, ушла играть, а я задрых еще на 1:20. Встаю, она там сама уже железную дорогу построила, там все дела, игрушечную свою. Вот. Ну и началась движуха дальнейшая. Вот. Ну, успел я к вам приехать постримить, собственно говоря, поработать немножечко. Посмотрим, сколько сегодня будет это дело продолжаться. Здесь дрончики взрываются, подкидываются, отпрыгивают, очень-очень жестко это происходит. Муфлингом, муфовером. Достаточно стандартные, в общем-то, ацерго развития. Королева плюс на мэне строится, на второй, вот вы увидите, муф это делается. Криптумор пошел на второй в сторону третьей базы, и криптумор пошел в сторону сюда 9 часов, один через камни он будет протягиваться. Так, потери уже одного линга зерка, потерял вот этот его головорез, застрелил. Жесткий очень. Нужно принимать риперка, что и делает, собственно говоря, зерк. Тиран не законтролил. Ну, не надо так рипера подставлять нелепо. Так, ай, паралитик. 20.00 FP считается. А что, что такое 20.00 FP? Загадочные какие-то цифры и буквы. Даже не знаю, оверы залетают на разведку. Но здесь в ранний Steam стандартный билд, как вы видите, у Лайва. Есть два эволюшна. Короче, королевы линги в стиле как Тру играет, как Смут любит играть. Так, прилетает тиранчик, ну вы видите сами, что происходит, я что-то тут смотрю, наблюдаю просто и молчу. Королев достаточно много у зерга, то есть он готов встретить. Идет элайв здесь, смотрю, всем пачется, королев пытается принять, королеву подрезает за самым большим, по-моему, количеством энергии, подбрил сейчас королеву, тиран. Вот, ну и зерг не смог никак это все дело остановить, почему, потому что... Так, минка копается. Потому что не успел протранслюзить. Тут королеву на второй базе тоже не успел отойти от минки. В итоге минка выбила. Я думал, Чарли кричит, а у него там солнце несет, ребята. Все кончилось. Улучшение. У него мочка дергалась и.
лапы дергались, бывает у собак, а сны снятся, они прикольно себя во сне ведут, там барагозят с кем-то, лают, рычат. Так, ну что? Пролетает медивак сейчас. В общем-то, ЗРК отбился 59-49 по потерям. Смотрите, ну да, натерял здесь 6 королев, лингов. Но тиран тоже потерял немало. Третья сэшка. Ну, хотя для Алайва это замечательно, я вам скажу. Из него развитие идет, у него третья сэшечка уже. У него щиты, фугасы. Сейчас 2-2 будет заказано. Но у Зерка уже 2-2 делается. У Зерка 3 хаты, в принципе, макро хата пошла. Экономика неплохая тоже очень. Видимо, сейчас будет 9 часов занимать. Да, конечно, это настоящий корейский лайф. Так, спасибо, Мегабот 01. Сейчас попозже проверю тебе. Так, попытка... Сгоди-то минка стрельнула, я слышу. Вот они в центре, эти минки. Вот это неплохо жахнуло сейчас. И еще ее лайф успевает все забрать. Ну какой чертяга, уже по лимиту в плюсе сейчас. Просто жесть какая-то. Сейчас проверю, человек пишет. Надо проверить. Так, и это... Придумывают тут. Так. И опять минка жахнула. По своим марикам попала, но лингов тоже масс здесь забрала. Пытается еще в другом направлении базу зерк сейчас занять, но в другом тоже не получается. Здесь через медведня линги бегут очень жестко. Медведень здесь ходит. Его никто не трогает пока. Ну, это у всех зверей бывает, что сны им снятся. Так, монголец Степана, Хэппи, Димагу. Да что это такое за турнир, где Степана, Хэппи и Димага играют? Привет, Моки, 3 единиц. Привет всем, ребята. Залетает здесь дроп, 4 медивака на мейн, часть юнитов на ХГ, часть юнитов на лоу-граунд дропается сейчас. Но здесь зерк отбивается. В это время контр забегания сгрызает ЦС-шку, сгрызает все здесь, Лайва просто на третий сейчас. Так, не работает новый плеер. Я в бетке отключал. Наши рабочие атакованы. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Как-то у меня ссылка с Battle Good Game пропала, ребят, я извиняюсь. Здесь уже беллинги заходят со стороны зерка, да взрываешься ты всю. Да куда ты покатился-то, ё-моё, третью... Ну, третью атаку сбил, второй армор пока не сбил здесь у нас зерк. Зачем катился дальше, чтобы 12 КСМ убить? По-моему, выгоднее играть на такой стадии. Подбить 115-98. Королева на мейне пробревает медивак, пробревает мариков. Ну трансфьюзить-то ты будешь, королев, ё-моё, не трансфьюзит ничего. Ну, видимо, контролил не здесь у нас. Я стуну. Так, ЕСК, СК2, ну скинь ссылку, я вообще не знаю, о чем речь идет, честно говоря, пока. Пробревается здесь все, в общем, туверы падают. Четвертая хата еле живая, 70... Так, что-то гигантские дозаказы у тирана идут, из саплай блока вышел сейчас, дозаказался. То есть чудом просто тащит тиран. Сейчас бы мог вообще без... Ну, на 1-2 грейдах против 2-2 биться, если бы зерк здесь взорвал бы инженер, который в итоге армор доделался.
Так, ребят. Кому не влом, скиньте на... Ой-ой-ой, как беллинги зашли на мины, просто жахнуло, жестко здесь. Скиньте кому не влом ссылочку на бетку Good Game, может человеку поможет там HTML5 отключить там или что-нибудь такое, или включить наоборот, я не знаю. Или там потыкать какие-нибудь весь версии. ГГ. Лайф побеждает все-таки, ребят, сейчас я сконцентрируюсь. На ставках и LikeC было заблокировано, ну может быть и да. Я вообще без понятия, ребят, мы по ходу пьесы это все поймем. Так, Twitch TV, ESL, что это такое вообще? Ты прикалываешься, там повтор. Бэбик, помню, Бэбик со Стефана против Стормхостов. Да ну это прохлада вообще, ты о чем говоришь-то? Как этот шлак вообще смотреть можно? Да, ну, Стормхосты, угробившие все. Повтор просто старый смотреть. Не, ребят, это я пас. Давайте смотреть прямой эфир просто лучше. Ну что, Life 1-0. Так, Ай-паралитик. Нет, сейчас я играть не намерен. Пришел я аккурат к старту лайфинга. Сейчас будет лайфинг. Вот если я решу остаться на варде опен, то, возможно, после лайфинга FPN-чик-то я немножечко покатаю. Вот, но пока что нет. Это Ксиго, судя по всему. Так, а как сделать смайлики-то? Так, короче,
Давайте смотреть, это Ксиго, ребятки, оказывается, никуда не Асуну. Ну, Ксиго молодец, на уровне откатал, почти победил. Так. Про респектовый диван я уже говорил, что как только я вообще как бы соберу, соберется 30 ре, я его закажу, он когда-то приедет, но это, видимо, уже будет после того, как я из Москвы приеду, то есть где-то 14 сентября. Может быть и раньше, если будет так раньше, я, может быть, стрим по сборке проведу, не знаю, как бы посмотрим. Так. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Больше предупреждать не буду. Короче, ребят, армора здесь у нас. И это Hellbat Push абсолютно очевидный. Риперочек жив. 4 Марика присутствуют. И... А почему Гелеонов часть осталась? А, ну часть, видимо, специально там оставил у нас лайк. Так, граночка по лингам хорошо подкинула. Так как сейчас геликов надо отвезти, ты, ё-моё, какой ты, блин. Вот чё вот иногда тираны творят, просто удивление у меня вызывает, если честно. Вот. Вместо того, чтобы трансформировать сразу в хеллбатов, лечить там всю королеву друг другу мешают. Пройти вот этот вообще фейл был эпический. Просто скан пошел, королева под землей горит. Три хеллбата там и пару юнитов идут наверх к мейну. Очень жестко зерк здесь терпит. Он не может в нормальной позиции драться. Еще два хеллбата приезжают. Дронов 9 уничтожено. Дроны копаются. Нужно сканить это ГГ. По сравнению с первой игрой, Ксигу провалил, конечно, вторую. Но тут уж ничего не поделаешь, ребят. Тут никто не виноват в этом. Так, Сигуая против Асуну залазать сейчас будет. Все-таки возвращаемся к тому матчу, которым должен быть первым у нас по итогу. Ну что же, ждем начала.
Так, пошел инвайт, заходим в игру. Так, что-то не все подтвердили. Сейчас я домой быстренько позвоню своей жене своей. Даша, вернусь. Все, ребят, поехали ЗВЗ, но это единственное ЗВЗ, которое в этой группе будет. Ксигуа проиграл уже Лайву 0-2. Ну, в первой игре более чем достойно играл, но во второй что-то его хелбат-пуш просто прибил. В хлам пришел, в общем-то, Лайв и уничтожил оппонентство. Но он понял, что против этого билда, в общем-то, ну, тяжеловато. Вообще не тяжеловато, против билда Зерга, вот этого Линги Королевы, можно именно вот так вот сыграть. А, ну все, я сону, вот он, IGA, как бы, с баркодом. А здесь иероглифы чисто. Так, ну что ж, 16 на мейне у Ксигу, вторая хата пошла, 17-я получается, здесь то же самое абсолютно, вот, билды идентичны, но пока я сону газ не ставит, а вот он дроном вышедшим ставит газ, газ-пул и там газ-пул, ну я сону пул чуточку пораньше, чем у Ксигу единственное, ну тут газ чуточку пораньше зато, в принципе, с одной стороны важнее пул пораньше. С другой стороны, это несущественно, там, 2 секунды. Ну что ты, проснулся? Дрых тут скулил во сне. Иди. Под ванну полез. И из-под ванны ушел. Ну что, ребята, развитие продолжается. У Ксиго мук делается лингом, а у Ясону что? А у Ясону 150 газов уже почти, и он мук лингом не делает. Почему-то очень странно. Третью хатку Ксигу ставит сейчас. Здесь лейер до мува лингом. За, ну,
до всего вообще. То есть очень-очень ранний лейер, как вы видите. Заказывается до Evolution. Роуч Ворон сейчас. Ну, здесь две королевы есть, но вот они вот здесь должны, по идее, блочить. А здесь-то еще одно здание должно быть тогда. Либо здесь будет еще одно здание с проходом, а здесь какая-то плетка, либо спорка стоять. Ну, другого варианта просто нет. Так, прибегает сюда, и Асун увидит, что у Ксиго здесь королевы стоят. Ну, третью, не знаю, видел он или нет. А, он видит, овером ее висит, в принципе, он как она строится. Даже видит идеально тайминг ее. Так, плюс 2 газа на второй. Короче, 3 газа сейчас делается. Все, лейер готов. Получается, можно мух роучем заказывать. Ну, что-то он не заказан до сих пор. Здесь тоже отменен был мух, кстати говоря, у Ксигула. Лингом. И он решил перейти в то же самое, в плюс 1 лейер роучвора. Ну, как одинаково играют, смотрите-ка прям. Так, две королевы вот вперед побежали. Барабан 52, 52, точнее 41, 41. Сейчас Ксигула добавил, чуть вперед вышел. И здесь шпиль пошел, то есть через вот этот Роуч Ворон с плюс один фейкующий, получается, выходит и Асуну в шпиль Муталисков. Здесь уже третья есть хата у оппонента у его. Никто, главное, мув Роучем не делает, самое интересное, хотя плюс один оба делают. Вот Ксигула мув овером заказывает. И Асуну мув Роучем закал. Ну, будет ли со шпиля-то что-то добавляться? По идее, должно что-то добавиться, потому что, ну, зачем-то вообще его делать, я не понимаю. Так, на третьи 4 дрона приехали. Начинают сразу добывать здесь. Криптумором перекрывать здесь между второй и третьей пространство. Все. Так, ну сейчас шпиль будет готов, можно будет 6 муталисков сейчас заказать и Асуну. Он 5 заказывает, больше не будет заказывать, что ли? Пока больше не хочет. Так, а что с музоном-то? Что-то я думаю, как-то... Как-то уныло, унылый звук, хотя бы музончик хоть бы поставить стандартный старкрафтский. Вот он попер. А, попытался лингов муткой поймать и Асуну, ничего не вышло. Продолжая делать роуч, плюс 2 делается. Ну, Ксигула ничем вообще не отстает, кроме этих 5 муталисков, по сути дела. Так, кажется, оверсиры с мувом сейчас. Так, с полной энергией пытается поймать у нас Асуну оверсира. Ну, 2 чейджинга было выкинуто. Здесь дропчик беллингов летит, 4 штучки на третью базу. Не знаю, сможет ли встретить Асуну. Да, он, кажется, заметил овером, что здесь летит дроп. Ну, дроп прямо над рабочими. Блин, надо дропаться сейчас. Дропаются Бейна. Ничего не сделали вообще. Роучи их приняли. Хорошая оборона со стороны Асуну. Здесь он пытается газами. Да, их спасает дрона, кстати говоря, своего. Четвертая хата пошла. Здесь у нас Гидра Ден. Мув рейндж Гидре пошел. То есть, ага, против того, что делает Асуну, Ксигула решил с... гидроид сыграть. Какие-то роучи все засаживают, какие-то дропы все делают. В общем, выход в лоб не сделать с гидрой, не пойму. Так, кто-то фризить стал. Кто это фризит? Так, у меня АПМ скачет сейчас. Не знаю, в чем прикол.
Ну, вроде успокоился. Будем надеяться, что адова не будет сегодня. Но это плохой признак, потому что вот один раз происходит, значит, что будет происходить. Я не знаю, когда это уже наконец скакание АПМ все пофиксит, потому что, ну, уже было не раз. Так, 199 на 194. Лимиты крайне близкие, но у Ксигова получше микс, у него гидра здесь есть. Есть гидры нет, но Реводжеры, в принципе, роучи могут и с гидрой разбирать, с фаербола заходят. Здесь мутка прилетает, 4 роуча прилетело от Сигу в дроп на третью Каосону. 10 дронов уже ушатало, эти роучи ушатали. 13 дронов, это реально много. В то время в центре какая-то движуха идет, тут хаты отменяются, здесь пока не отменяет Сигу ничего. Точнее, Каосону. Сигу в обороне находится. Фрейды плюс 2 на плюс 2, и Асону пытается вперед идти, но ему нечего особо здесь ловить, да, там пару фаерболов от одного, от другого попало. Да, здесь 5 муталисков есть, но они сейчас будут просто гидрой разгромлены, если полезет туда. Два сразу же уничтожены были, 3 здесь оверов пытаются убивать. Так, кофейку будет подварить, мне что-то реально тяжко как-то, ну вот сегодня... Не по режиму я встал, надо привыкать к раннему режиму, чтобы рано вставать уже. В Москве рано вставать надо будет через пару недель. Не совсем скоро. Так, фаербольчики падают, здесь принимает бой у нас очень жесткий Асону. Ксигуа, где Ксигуа? В тыл заходит, как-то он армию умудрился тут поделить, дает в итоге оппоненту своему здесь бегать, заходить, роуч ворона пробревать. И сбривает сейчас и Асону роуч ворона очень жестко оппоненту. Ну, Ксиго больше лимиты имеет, правда, по фаерболам ходит сейчас, может меньше стать, если под фаерболами много ходить. Тут 27 роучей заказано, у Ксиго такой возможности пока нету, и Асону, кстати, несмотря на все до заказа, еще и ресурсов больше. Ну, Ксиго делает 7 люркеров, это что значит? Это значит, что он отобьется, скорее всего, от всех этих роучей смешных и реваджеров. Капливается люра. Вот в таких ситуациях, когда вы видите, что такая большая атака готовится на вас, нужно вкопать люру, нажать ей стоп просто там, и отступить армии, заманить прямо на нее, и потом как жахнуть просто вообще, чтобы больно бы стало. Это больше всего работать будет. Так, здесь принимает бой у нас Ксигова в итоге. Спускается вниз, а Асону тут принимает бой. Спускается без люры, что за глупые вообще действия сейчас Ксигуа совершает. Без люры вообще ему никуда деваться нельзя. Там пошло 12 муталисков, и Асону чувствует, что оппонент просел по наземной противовоздушной обороне. То есть гидры маловато у него получается. И чувствует, что можно пробрить сейчас его в легкую. Так, прилетает мутка, и Асону пытается в лоб пробить. Пробивает муты в лоб, Ксиго срывается, идет вперед, 125-148. Не в его пользу, он пишет ГГ, потому что муту отбить нечем. Ну вот так вот Свич мутку-то, собственно, и зарешал.
Так, поехали. Опять кто-то не жмет готовность. Опять кто-то не жмет. Ну что такое? Сегодня какой-то день не нажатия кнопки. Привет, Суперглаз. Значит, привет всем, ребят. Короче, сейчас ЛВЗ еще максимум 2 игры, и потом мы ТВЗшки будем смотреть, ТВТшки. Кино Лайф, 2 корейца здесь, и Асону Ксигуа, 2 китайца Зерга. Пока что сыграли Асону Ксигуа, Лайф 2-0 победил, и вот сейчас Асону 1-0 ведет, тоже с Ксигуа. Все, наконец-то погнали, ребят. Сейчас как будет между играми пауза, я, пожалуй, это пильну этот кофе себе, а то что-то, блин, мне все равно тяжело.
Ну что, ребят, поехали. Асуну 1-0 ведет, надо начинать. Семнадцатая хата, пошли, все стандартно. И Асуну опять на секундочку раньше на одну ставят. Вы видите, здесь 9, здесь 8 еще. Здесь 10, здесь 11 уже. 15, 13, 14, оп, 13 еще. Ладно. Это не суть вопроса, одна секунда не решит. По-любому, но если все последующее вот так же на одну позже делать, сами понимаете, что потом станет все меньше и меньше. Так, привет, Алекс Пенкин, Рево играл. Ну, может, играл где-то он там на губной гармошке в больнице, где он там лежать собирается. Я не знаю, или где он там что играл. Рева, ну, Ревы нету, как бы. Рева вчера продинамил группу свою, к сожалению, на Starline League. Запись уже выложена. Пришлось играть всего 3 матча, потому что Рева отсутствовал. Вот, спасибо всем за плюсики. Короче, я уже и в группу ВКонтакте все выложил. Везде я все выложил, ребята. Ну... Вот так вот. Не знаю, что там вчера случилось. Надеюсь, он что-нибудь там отпишет кому-нибудь. Так, 3 дрончика и Асуну уже на второй базе начинает добывать. Здесь рабочий строит все еще. 2 королевы, 3-я хата. Здесь у нас Беллинг Нест. Мув делает свою. Асуну опять даже мува не самое интересное. Он опять наглеет. Опять что-то халявное максимально делает. Ну что же, посмотрим, что же он такое максимально халявное здесь делает. Линги грызут камешки сейчас. Ну, это понятно, что здесь пока занимается вопросами хозяйственными. Пользователь Ботаники активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Ботаники. Хозяйственными вопросами, я бы сказал, здесь занимается Ксигула. 3-я хатка, потому что он здесь 3-я раньше, все раньше, и уже, так, уже Роуч Уоррен готов. Я не знаю, то ли я Асуну знает стиль Ксиго, то ли как это вообще, я вообще хрен знает. Ну, более-менее агрессивный зерг был бы, и он бы наказал бы, посмотрите, просто без всего играет. Так, минуснул Линга сейчас Асуну. Выдвигается вперед роучами. Здесь у нас какая-то плетка ставится. Ксигу боится всеми своими силами. Боится всем, чем только может. Всем, собственно говоря, и боится. Здесь уже лейер пошел. Там 2 плетки, которые надо отменять как можно быстрее. Роучи уже назад вернулись. Ты что творишь-то? Зачем тебе эти плетки? Бэйнов надел. Здесь уже 41 дрон на 33. Как-то на ровном месте просто Ясуну, Ксигу, ну, вообще просто переигрывает в хлам сейчас. Просто на ровном месте. Плетки в итоге так. Одну достроил, одну не стал достраивать у нас Ксигу. Заметил, судя по всему, дронов, которые едут добывать. 28 лингов, 7 бейнов, сами можно даже и как-то и побегать ими было бы. С лингами-то этими беллингами, а то проседает уже очень серьезно. Лейер почти готов у Асуну. Плюс 3 газа добавляет на всех базах своих, которые у него в наличии есть. Так, плеток вообще нет, стенок нету, дроны куда-то там уходят. А куда дроны-то уходят? Ой, забоялся я Асуну, что здесь ему кранты будут в третьей базе. Так, лингов много реально бежит. Часть на мейна. Почему он боится-то? Роучей достаточно много. Я не знаю, почему так забоялся Асуну сейчас. Ну, королева плюс роуч тут на мейне пытается отбиться. Но отбивай сейчас. Линк грызет куда-то роуч, что вел. Ё-моё, сейчас чуть королеву не подставил. Третью именно Асуну. Короче, сейчас Асуну. Ксигу и Асуну. Но дронов всех увел в это время он. Я имею в виду и Асуну. И есть шпиль. Но нету моего роуча.
Реву жена на бокс повела. Ну, будем надеяться, что так. Привет, Клаудиус. Так, инъекция на мэйне, инъекция на второй. Ксигуа по лимиту уже оппонент своего обогнал, но там 9 муталисков заказано, как вы видите. Здесь 4 беллинга кто-то залететь собираются. Ну а как быть с 9 муталисками? Погодите, а шпиль вообще... не видел шпиль! Даже не спалил шпиль сейчас, вот в чем беда-то вся. Ксигуа. То есть мутка для него неожиданностью стала, роучи подбреваются. На центре линги висят, не собирается их пока лететь, шатать у нас Ксигуа. Ясуну, простите. Ксигуа двумя оверами с 7 беллингами полетел вперед сейчас. Видите, мутка вырывается, королева подбревает. Роуч пошли вперед, линги там на третьей базе. Муталиском делает плюс один, и все больше и больше мутки делается. Так, здесь 2 овера залетают, кажется, я Асуну их запалил, вот они летят сейчас, да-да-да. Но это беллинги, это не роучи, в общем, прикол. Кажется, я Асуну начинает понимать, в чем здесь дело. Ну, беллинги мимо кассы все сейчас ударили, как вы видите. Добыча началась, аж на газ надо направить, 127-113 по лимиту. Надо мутку как-то применять, как-то разменивать ее сейчас, иначе печаль, беда, по-моему. Хотя повера в центре убивать, это минимум, что можно сделать. Здесь уже гидрапшот, здесь уже плюс 2, тут у нас беллинг нест, коготь, то есть это беллинги массовые будут, мута беллинги. Ну что ж, посмотрим, как здесь мутабеллинги спасут. Ну, оверов тут и особо на халяву сбривает. Плетку на халяву сбривает. Газ на халяву подбривает. Находит, в общем-то, мутка и уязвимые места, а почему бы и нет. Так, гидралиски идут, гидралиски. Подбрить не получилось, сейчас лаг сразу пошел в это время. Сейчас мутка разменивается с гидрой, кто-то лагает, в этот раз уже и не у меня пинг скачет совсем. В прошлый раз, вы помните, до 800 подскочил он нелепо как-то. Так, ну мутка хорошо здесь шатает, ребят. Криптумы разбреваются, но сзади в тылу еще криптумы остаются, что самое главное. Все, все криптумеры выбил у нас. Я осуну здесь по центру, чтобы гидро роучи не халявили жестко, не врывались вперед. Вторая атака на мутку уже делается. Коготь первый готов. Мук бейном готов, кстати. Вообще не заказан даже. А что за бред-то? Как без мук бейнов разбивать-то все это дело собирается? Я чуть не понимаю у нас Ясуну. Чигочка бегает по центру. Зачем он бегает? Отдает реводеру постоянно. Гидры надо скопить как можно больше. Он... бегает реводеров, отдает. Это никак не связано два момента этих. Вот гидры уже подкопилось некоторое количество. Так, второй коготь, мувбейлен, мутки еще добавляется. Мутки уже 20 штук здесь. Так, опять кто-то лагать начинает, опять это не я. Поаккуратнее. Вот так, налетать 3 муталиска или 4 сейчас было потеряно просто. Ну, 16, да, 4 муталиска, 20. Я видел цифру еще до того, как те 3 вышли. Здесь линги 4 минуснут, это факт коктинг-то. В это время на вторую еще группа лингов неславая прибегает. Часть на мейн вообще заскакивает. Здесь гидра королева падает. 4-я хата уничтожена. 188, 177.
Шпорку убивают у нас Аратону, но Шпорка это не приоритетная, мне кажется, лезть была, можно и Лейд за это время пытаться сгрызть было. Ну ничего не пытается, он сгрызть, а то Роучи перегрыз немало. Три Роучи, королева, Шпорка выжила, ну Шпорку пофиг там она. Не сильно была полезна, что выжила она, ничего страшного. 4, так, 5 где-то или 6 королев уничтожает сейчас Аратону. Пич на ровном месте, шатает оппонента своего. И вынудил Ксигула ломануться в атаку сейчас. Нужно Бейнов просто дома масс заморфить, и все будет окей. 12 Бейлингов заморфено, здесь еще есть Слингер. Так, еще Бейны морфятся. Успеет доморфиться? Да, должны успеть. 200-185 по лимиту. Здесь 2-0 грейды. Пошла атака. Бейлинги на покатушках сейчас пытаются проникнуть в гидре. Но в итоге не проникают, но посмотрите, сколько муты, ее просто колоссальное количество. И Асону изи просто 2-0 здесь делают. Ну молодец, он очень сильно отыграл. Мне даже интересно стало, как же он с корейскими террасами отыграет сейчас. Спасибо, ребят, всем за премиум и за все дела. ИС-88, правильно вангую. Сейчас я, ребят, приду кофе запилю. Пока тут черкать не начали. Так, ребят, все, я здесь. Сейчас пойду потом кофе сниму. Ждем продолжения. Благодарю всех за внимание, за подписку на премиум, за поддержку, естественно. Как там, Миш, у тебя банк поживает? Уже слил, наверное, все. Походу, со вчерашним экспрессом. Печально, блин, Биллу подставил. Но это как обычно. Что-то да не так пойдет. Так, я Асону и Лайф сейчас. Вот это битва. Все, пошел инвайт. Ну что, сейчас в игру зайду, пойду кофе контролить, оно быстро обычно поднимается. Опять кто-то не жмет. Ну ё-моё, кто там не жмет?
Чичун в ванну пошел какой-то. Что за Чичун? А, Чичун это Элайф. Ну, Чичун. Оп, зашли в игру, ребят, ну что? Пойду сниму копию. Так, вот я уже вернулся, а здесь еще ничего и не началось. Бахни кофейку ФП. Я говорю, ФП возможно только после данного турнира. Ну все, ребят, погнали. Я суну против Лайва, хватит ЗВЗ, ребят, хватит втыкать, минуту игра идет. Здесь, так, Барагас, не газ до барака был, то есть это Рипер, скорее всего, будет. Либо Марик выход в факту через раннюю ССшечку, не знаю, ну, скорее всего, Рипер будет, по газу на Рипера здесь собирает, скорее всего, тиранчик. Здесь 17 хата Газпул, тоже стандартный, опенинг достаточно таки был. У Зерга.
Так, опять под фризы какие-то идут небольшие, ребят. Но это опять вроде как я не виноват, судя по пингу. Да и вообще, когда он поднимается, судя по всему, это батлнет по отношению к кому-то лагает. Постоянно, смотрите-ка, поднимается. Пингец до 400 сейчас прыганул немножечко. И чуть-чуть не отдал рипера. Сейчас и лайф, в общем-то. Так, что происходит-то вообще? Начинается, короче. Какая-то чушь опять же происходит. Ну выходить я не намерен в этой ситуации, потому что, ну я не знаю, что за фигня, короче. Вот, потому что прошлые разы, два раза была такая тема, я вышел и... Я видел на стриме, что лаги не прекратились, как бы, то есть у кого-то тоже был пинг жесткий, то есть, ну, тут фиг знает, в чем прикол, абсолютно не знаю. Причем будем надеяться, что все, ок, будет, вот пинг опять нормализовался, 300 плюс, стал там с небольшим. Я, правда, не знаю, где они хост создают, там, может быть, может, не Тайвань надо, может, Корею создавать там какую-нибудь. Летят два медивака. Так, строятся роучи. Здесь интересная стенка с всего одной инженерочкой в ней. Плюс три барака добавляет у нас и лайф. То есть это мало того, что Steam, так это еще и переход в улын двухбазовый с пяти бараков сверхранний получается. Так, растимпачили здесь марики. Рипер. Королевы роучи микс. Так, медивачки улетают. Передроп на мэйн, ну на мэйне три королевы встречают, ну криптумор-то куда ты, ёлт? Что за, блин, быстрые руки, шаловливые, блин? Куда-то криптумор надо вперед, ну вот ты видишь же, что летит медивак, ну пошли ты его позже. Конечно, лайф не мертвый, он сразу же дропнул Марика, который в ту же секунду этот криптумор уничтожил. И здесь крипу уничтожает сразу же весь. Загружается, улетает. Ручки ж поплевались немножечко дэмэдж Марика нам нанесли, но ничего страшного. Все живы-здоровы, все абсолютно улетели после вот этого акции с крипом. В это время врыв на третью базу идет. Здесь королева плюс несколько лингов присутствует, но этого недостаточно, чтобы держать так просто здесь врыв. Ну, два роучи пришли, с двумя роучами уже можно. Хотя, смотрите, даже два роучи нифига не помогают здесь. Погибли они смертью храбрых. Пришел еще только их братан и отогнал все и вся отсюда. Так, Warcraft Legion запустили этим утром Battle.net напряги. Вполне возможно, что... запустили что-то там, ну,
На Азии последнее время стандартная какая-то нагрузка идет, просто непонятная. Вот, здесь 1-1 доделываются, не миличные, а рейнджовые. Роучи Рейзера все больше и больше становится. Тиран сам делает. Ух, тирана плюс один. Есть, видит прекрасно, Асунус здесь происходит. Ну, по лимиту Асунус 160 на 112. То есть по лимиту у него все нормально. По грейдам сейчас 1-1 будет. В 1-0 вообще тиран. По грейдам все хорошо. Но вот мув бы Роучем сейчас бы вовремя, и вообще все было бы замечательно. Но для мува Роучи нужен был лейер, поэтому, собственно, и не было его вовремя. Так, здесь Рейводжеры как-то подставляются, куда они вперед-то лезут, отходят, и Асуну сейчас пытается занять хорошую позицию. Позицию занимает очень даже неплохую, фаерболы падают постоянно. 2-2 заказано сейчас, 2-2 это вообще великолепно, 105 на 160 по лимиту. Ой, как обманул сейчас Лайфа Асуну, беднягу, ой, мув Роучем только-только сейчас доделся. Но здесь есть прирост некоторый, поэтому он сдержит, пока обойдут эти юниты вокруг, там, с другой стороны. Блин, удар на третью базу уже наносится сейчас. Роучи просто в куче гибнут. Часть через верх надо проводить. Часть через верх Асуну проводит. Еле-еле успел сюда. Фаерболов надо заранее было накидать. Хороший фаербол. Два медивака. Минус 0 сейчас. 160 на 99. Кажется, 1-0 в пользу Асуну может быть. Так, идет вперед. Неплохо заходит и Асуну. Танки все падают. 2-2 уже почти доделываются. ГГ пишет и лайф. Смотрите-ка, вот вам и экспресса на корейце фонли. Китайцы-то тащат здесь и тащат неплохо очень даже. Они Тайвань создают. Опа. Так, эскейп нажал. Теперь все нормально нажал. Годите, а вообще это кто хост делает, получается, как бы сервер поставляет, или как... Я сам себе, ну по идее, кто хост делает, должен это поставлять. Привет всем, кстати, ребят. Дюр, привет. Миш, привет. Спайк, привет. Илюх, привет. И Наскорялить, привет. И всем-всем-всем привет. Ну что, еще не вечер, конечно, для Элайва, чтобы камбэчнуть и выиграть серию в целом. Но и Асуну удивляет. Да и некоторые китайцы уже не такие уж слабые стали. Так, ребят. Пул первую Асуну без газовой. Какой-то странный билд. Почему именно такой? Под рипера, видимо, какая-то подстройка идет. Подстраховал экспрессик, правильно, подстраховал.
пью кофе, чтобы бодрануться и весь день продержаться до конца. Так, с завтрашнего дня у нас уже корейские турниры начинаются, между прочим. НИП там корейцев бомбит, смотрю. Гумихо 2-1 убил. Смотрите, НИП-то вообще жесткий сейчас. На Алима Лиге это происходит. Сегодня Варди Опен еще из такого стоящего можно посмотреть. Так, Underdog с Клем против Блая. Наши войска атакованы. Чё? Underdog с Клем против Блая. Бо 31 написано завтра будет. Чё это за дичь вообще? Ну, Клем это, напомню, тот, кто Хэппи выбил с ВЦСа в своё время. Вот. Опять пинг прыгает. Да что ты будешь делать? Игра приостановлена. Ну, в этот раз меньше. Так. Вдвоем отчет запилили. Ну все, вроде нормализовался пинг. В третью ЦЦшку сегодня Лайф играет. Привет, блатчики, я и смотрю, что у Рай Варди Опен сегодня. Вот. Так, здесь третья сэшка почти готова. Танчик плюс Марики. Мариков 5 штук пока что. Здесь Беллингнест, кстати, уже готов. Так, а что за сверхранний Беллингнест? 14 лингов заказано. Ну, бо 31 жестко. Жаль, в игру мне не попасть будет. Как бы, потому что с французами я там не особо. Хотя... В принципе, там нормальные французы, но я чуть как помню, пытался с ними сконнектиться, и что-то они там продинамили, ничего не ответили. Вот. Так что по итогу хз, что там будет. Ну, бо 31 это весело, как бы. Я помню, бо 69 снут против этого там. Как его? Бани? Ну, это с Бо 69 это вообще ад какой-то там. В два дня можно даже играть. Бо 31 можно в день сыграть в один, но 31 карта. Так, а что там, за каждую карту приз получается, что ли? Так, трансюзит королеву, одну минка жахнула. Ну, тут сейчас спорка будет готова, отобьет.
Так, как-нибудь третий сопоставить, не ставлю второй. Но это вот, кстати, у Блая можно спросить, он прокси-хат-любитель. Там вообще непонятно, какая-какая. Вот. Может быть, как-нибудь из СС-шки можно. Можно построить третью ЦЦ-шку, не ставя второй базы, например. Как бы вот это да. Все они на ХГ будут. Ну, не по порядковому номеру. Так, БО-15, БО-31 это БО-15 обычно смертных. Не понял, в РАБО-15. А, в смысле, я понял, по времени. Теперь понял, да. Ну да, я думаю, играя БО-31, играть все игры в макро на 30 минут каждое минимум, это будет лишним моментом абсолютно. Так, прилетает миночка на вторую базу к Иосону. Здесь Иосону вроде готов, спорка Vision дает. На мейне марики врываются, сейчас под спорку попадут. Вместо дронов оверов каких-то там шатает у нас тиран случайно, видимо, это так получилось, я не знаю почему. Королевой нужно сбивать медивак, она достанет, конечно, достает. Медивак уничтожен, марики взрываются все внутри. Здесь же четвертая хатка занята, кстати говоря, вы видите в центре. И да, у тирана 2-2 пораньше, но у тирана боевого 170 на 140 в этот раз, и опасно здесь, очень опасно, конечно, ребята. Так, здесь что-то медиваки поверху летают. Это небольшой абсолютно, ну это ошибка какая-то, мисклик, видимо, от Элаева тут. Несколько мариков затушили, сейчас зерги 4 марика, по-моему, 2 успели улететь. Ну и пошел основной выход. НИП 2-0 Рианг, вообще не псарь там разрывает всех. Идет Элай вперед, Иосуну пытается отбиваться, бейлинги вот только-только доделываются, без покатушек. Деньги новенькие-новенькие выходят, вынужден был инфестор тиранов выкинуть, сейчас зерк. Инфесторы свои же падают, 140 на 117, прирост от Элаева приходит, и кажется все-таки, сейчас пробреет Элаев оппонент своего. Заходят мародеры марики, тушат все на 4-й базе у зерга, королевы падают, все падает. Здесь что-то даже на муве приходится часть прироста назад Элла его отвести. Ну, это мисклик, потому что был. Тринадцать минут. Бах, жестко бомбануло сейчас. Передроп на ХГ на мейн идет. Или не будет на мейн. Ну, кстати, здесь юниты не успевали подойти еще часть, поэтому можно было и дропнуть. Смотрите, здесь роучи-то не так уж много. Большая часть он снизу стоит, но он предпочитает лайф просто свалить отсюда. Ну, на трех базах зерга оставил вместо четырех. У зерга третий армур, зерга по катушке. У зерга уникальный армур ультралом, и делаются два ультралиска первых. Но боюсь, что с таким лимитом перевернуть тяжело будет и Асону.
Так, здесь намекус. Еще нет энергии. Было бы вот энергия сейчас словить бы это все, как зафаерболить бы. Но 5 всего инфесторов не так уж много. Так, не знаю про 13 этаж США, мне кажется, фуфло, вот. Ну, знаю про... то, что крест, ну, места в пассажирских лайнерах давно, как бы, 13-е не делали, потому что отказывались их брать, пассажиры. А вот фильм фантастический, 13 этаж, я помню. И там про... как раз таки США, где вот эта виртуальная реальность была в прошлом, там, 30-е годы, что ли, или какие-то такие. Так, и Асону контратакуют оппоненты. Четвертую ЦЦ-шку изничтожает сейчас. Смотрите, Элайв возвращается. И лимит-то уже равный Элайву с Ясону, смотрите. Фаербулы мимо. Ну, это какая-то стелс-радарная вышка, не иначе. Американская вундервафля технология. Фаерболами Асону мажет мимо, у него в глазах просто долбится там. Ой-ой-ой, как минки жахают. Что это было? 21 линк минус. Решил зафаерболить с этой стороны. Ну, с этой лучше видно. 176-175 переворачивает на ровном месте сейчас Асону. Ну, посмотрите, здесь какие пацаны выходят. У них хорошие винтовки. Карабин C10. Даже они, ну понятно, против зергов. Против зергов можно и с карабином пойти. Пошли снайпершоты, ультралы падают все в мясо просто. Разгромленный один всего лишь остается, но и недолго и этому одному, судя по всему, жить. По фаербулам бежит вперед у нас Стерос. 153-139. Перестимпачил всех в мясо, что-то жестко прям вообще. Королевы уничтожаются, ДПС громадный. Ультралов надо снайперить еще раз. Залез на крип далековато влез сейчас. Элайв, смотрите, как ультралевский его окружает, где снайпершоты, где что-нибудь, что будет убивать ультралов-то вообще. Ничего нету, вот наконец снайпершоты пошли, и гасты разворачиваются, принимают бой. Снайпершоты против и реведжеров работают неплохо, и все-таки не удалось Ясону перевернуть. Так, если на 13 месяце сядешь, то самолет упадешь. Бармалей Шахид, короче. Если только это его девиз. Ну, смешного тут нет, на самом деле, ничего, ребята. Вот. Но мне сразу что-то это в голову пришло.
Так, ребята, 1-1. Следующая, третья игра, поехала. Она-то и может стать решающей, как вы понимаете. Так, Винни-Пух говорит, почему в жизни не так? Нельзя вколоться какой-нибудь наркотой до полусмерти, потом тебя за 5 секунд вылечит мимо пролетающая фигня. Да, даже от похмелья приходится страдать. А приколи, она тоже наркотой лечит, и ты просто не догоняешь, надо больше упарываться просто. Ну, то есть ты просто бомбишь, и нужно еще сверху бомбить, и как бы ты такой зелененький становишься, потом ну и чувствуешь, как тебе кайфово становится, хорошо, и ты просто здоровый, например. Вот, ладно, ребята. В скобочках в этой передаче написано: не повторяйте то, что автор рекомендует. Вот. И о чем говорит. Это опасно для здоровья. Ну и вообще, это все шутки. Короче, ребят, прилетел Рипер, никого не убил. Лингов и Асану хорошо сконтролил. Королева инъекции начинает делать. Линги сразу камни начинают грызть, что ли? Да, линги сразу камни начинают грызть. Будет ли Рипер харасить, продолжать? Ответ очевиден. Да, здесь опять 3 ЧС-шка, как в предыдущей игре билд, судя по всему. Так, тут что-то Рипер мешает камни грызть. Ну дайте хоть камни-то погрызть пацанам, ё-моё. На третьей базе тут проблемки. Это попытка окружить, не получилось скрыть, но третью спокойная. Сон устает, нужно продолжать грызть камни, в общем-то. Камни он продолжает уничтожать понемножечку, уже пол хп, менее чем пол хп. Осталось 900, осталось всего 2000, соответственно. Здесь у нас, так, здесь у нас, во-первых, передроп, сейчас Марик и Минка будет. Плюс факта танчик будет. Сегодня тему не начну никакую, в две инженерочки добавляют, все стандартно. Нет обеих ног, но ты бегаешь под наркотой, как Усейн Болт. Это эко тебя, братан, приторнуло-то, что обеих ног не ставило. Вот это, блин, серьезный уже разговор. Так ведь может и не отпустить, блин. Смотри поаккуратнее. Летает медивак по периметру, но уже по центру везде крип есть. Вот криптумуры замечает, кстати, тиран. Ну, вообще-то не минусуют. Сейчас мимо пролетает. Здесь криптумур уже... Вижен есть на хайграунд от этого крипа, вот он видит прекрасно. Мариков у нас зерк пошел в скан, криптуморы выбиваются. На королев вести сюда, отгонять. Так, ну на минке, я так полагаю, хату нельзя запилить сейчас. Так, криптумор сверху восстанавливает у нас. Криптумор минуснул здесь, в общем-то, и лайф. Ну и Асону сразу снизу еще один поставил. Здесь уже на ХГ есть.
Нужно зайти и попытаться медивак просто сбить, что я делаю сейчас. Я сону, медивак уничтожен. Так, здесь одна минка в центре есть. Королева крип ставят еще, марики отходят здесь. Так, здесь криптумеры идут, но подсветки наверх нету на хайграунд, поэтому не запилить. Ну, следующий уже можно будет сюда пустить, здесь подсветочки появляются. В это время летит викинг, что-то он уже двух оверов пошатал, вот тут третьего находит. Надо прикрыть его, но королева, да, рядом есть, но викинг очень больно по оверам бьет. Он по бронированным 14 дэмэджа, соответственно, наносит. Надо минусовать чертягу. Отгоняет Асуну. Да, сюда криптумур желательно тоже пускать во все направления зергом, но это самые только крутые зерги так умеют. То есть не обязательно, не обязательно, а обязательно, да, конечно, к направлению оппонента по направлению крип пилить, но не только туда надо. Вот если здесь будет крип, здесь, это везде выгодно, то есть это вижен от дропов сверхвыгодно отбиваться. Ну, блин, тиран прилетел, просканил, выбил, и тебе потом уже там тяжело крайне восстанавливать. Не в плане ресурсов, что-то там такого, в плане контроля тупо тяжело. Так, пошел скан на центре, крип выбивает у нас. Элайк. Ну, я сону тут как бы вроде сначала тащил, но потом немножко подтыкал. Можно было бы и подальше бы немножко крип распространить. Идет наверх, восстанавливает крип тумора здесь. Передропчик пошел. Здесь надо крип дальше протягивать. Четвертый уже хата есть. 158, 126 по лимиту. Вот, смотрите, был бы здесь крип, вот эти пацаны бы незамеченными не остались, но их и так видят. Я сон, что самое интересное. Фаербол по медиваку, кстати, попал сейчас. Здесь 4 всего лишь линга грызут камни, и уже, ё-моё, больше половины хп уничтожено. Я так понимаю, кроме них там ничего никто и не грыз. Так, уже почти готов файт, но грейды почему не делаются. 2-1 милишное, значит, надо делать. Пробивает все камни сейчас Асуну, где только может. Летит двойной дроп. Еще здесь с роучи реводжера. Ну хотя, если да, так дропаться прям под роучи реводжера будет оппонент. Так, два фаербольчика пошло. Ну, один медивак уничтожен, второй ушел, но фаерболы четкие сейчас кидал, конечно, Асуну. Пока он справляется со всеми, в общем-то, вызовами, которые ему предлагает Элайф. Убивает, в общем-то. Крип в центре неплохо обороняет. Криптуморов много осталось. Роучи рейджеров много. По лимиту аж 194 на 130. И уже ультра кеверн, уже свич миличный. Но здесь, правда, ГОСТ Академия и 4-ю ЦЦ-шечку тиран уже планетарку запилил. То есть, в принципе, от обороны сейчас ГОСТов и Лайф может просто поназаказывать. Там масс. И второй старпорт пошел уже сейчас. Реактор, видимо, на нем будет. С либераторов двух старпортов можно будет строить. Армори есть, конечно же, потому что 2-2 делаются, надо бы грейды, значит, на воздух, на атаку делать. Так, очень внимательно на Асуну, везде минки шатает, здесь роучи с ксилнаги маликов прогнали, тоже очень неплохо. Ну, крип тут старается не дать прямо вплотную к себе распространить у нас Элайф. По лимиту 150 уже, здесь 200, ну 200 без ультралов, ультралы будут попозже немножечко. Роучи реводжеров 200 плюс микос, это тоже сильная заявка. Адреналин там уже почти доделывает. Спускается я сону вниз. Но микос где-то сзади. И реводжерами танковать на полукругом расставленное био, это тоже крайне тяжело. На самом деле выдержать будет. Так, ушел лайф на ХГ. Планетарочку будет я сону шатать. Ну, судя по всему, да, Марика пошибается в контроле немножечко. Это лайф отдает. Пошел врыв на ХГ фаербулами, Асуну очень не слабо бомбит здесь. ЕМП куда-то, ГОСТ вообще в молоко, куда он там ЕМП сданул? Так, прям инфестер врывает Элайф. Еле держится, 170 на 90 по лимиту, надо КСМок уже брать для обороны. Пока что держится тиран, прирост на муви, правда, кот-то идет, отдается. Уже пришел первый ультрал, уже сейчас он будет с уникальным армором. Здесь, правда, есть гасты, но у них даже ни у одного гаста нет на снайпершот энергии, ребята. И осунутая лайва, посмотрите. Китаец как знал что-то. Он спрашивал перед началом матча, как вы думаете, типа меня и Варди, может ли выиграть и Асуну там, или Ксигуаки, корейских тиранов, Кина и лайва.
Ну я говорю, ну да, в принципе, вот вчера Биллу проиграл, почему бы и нет, кто-то может, наверное, и вот и Асону-то, собственно, уже побеждать собрался. Илайва, чего я не ожидал, может, Кина бы мог победить, Кин может даже и сильнее, чем Илайв отыграть. Ну 178 на 76, и, очевидно, это проигрыш, конечно же. И это интрига, проигрыш Илайва. Если он еще кинул сольет, то он вообще из группы может не выйти. К примеру. Четвертый максимально быстро подбревает Асону. У Итралов 8 штук. Будет бой принимать. Гасты без энергии не могут. Да даже если бы они были с энергией, им недостаточно энергии, чтобы вот это все снайпершотить, ребят. Ультралы лезут вперед. Элай пытается отступать. Очень тяжело даже. Ну, я не знаю, куда он бежит здесь. Ему некуда бежать уже. Некуда бежать. Между зданиями дропается. Ну, позиция для Био, конечно, идеальная. Вот между такими зданиями Ультралу не пройти в эти позиции. Но здесь столько юнитов, что они сломают здание, чтобы пройти. ГГ, ребятки. 2-1 и Асону побеждает. Вот это да. Так, запись вчерашней группы. Да, записи все на главной, все заплюсованы и ВКонтакте тоже выложены. Ну что, кто далее? Не знаю. Кин против Илайва.
Затянулось, ребят. Ну, сейчас ТВТ, насколько я вижу, Элайфчик против Кином будет. Ждем начала. Всех приветствую вас, ребята. Напоминаю про то, что неплохо бы поддерживать меня и мой канал отключенными отблоками. Самый минимум, да, как бы подпиской на премиум, естественно. Ну и по реквизитам сами либо через плеер. Ну что я могу сказать? Хотя, да, почти 3000, блин, за месяц реклама, ну. Крайне мало, конечно, не как раньше. Будем надеяться, в будущем будет улучшение в этом направлении. Так, бывает так, что хобби становится работой. Когда-то начинали мы играть в первый StarCraft, и было очень весело, мы были молоды, это было 99-98 год, наверное. Потом в 2002 поехали на WCG первый раз я там с друзьями. Ну а потом в итоге я играл в StarCraft на турнирах, ездил. Куда-то там что-то выигрывал, где-то проигрывал. Ну, потом начал стримить, как бы. Это тоже уже было, как бы, занятие. То есть, играли в StarCraft уже не for fun, получается. Как профессионалы в какой-то момент, да, там. 10-й год, может, чуть позже. Ну, стримить фуфан начинали. Ну, в итоге вот это все переросло, естественно, в основное занятие. Хобби совместилось с работой.
Так, два барака у Лайва, это будет риперы с двух бараков, судя по всему. КСМ-ка едет в разведку. Ну да, конечно, это риперы с двух бараков, что это может еще быть. Здесь пока ничего не дозаказывается вообще. ССР-шечка пошла. Готов рипер перелететь. Здесь тоже рипер готов. Кто кого? Красный первым выстрелил, но гранатку кидая синий, приходится уходить. Да, многие в те года начинали, собственно говоря. Ну как мы начинали? Еще в 2002 даже, когда на ВЦГ первый раз я поехал с другом. Еще тогда я мертво играл. То есть там 4 барака зилки, там такие стратегии были. Вот. Просто с одной базы против Зерга там. Но это уже были 4 барака. Но тогда, 98-99 год, ничего кроме как фотонки по периметру базы и выход кайреров, ну, не происходило никогда вообще. Так что, ну, тут дело такое. Неужели рейперы ЦЦ-шечку застрелят сейчас? Вполне возможно, что да, тут четвертый прилетает, что гранатки не выкидывает почему-то у нас. Лайф, не понимаю, почему. Принимать будет бой, интересно. За ЦЦ-шечку оппонент его. Видит четвертого рипера прекрасно у нас. Кин. Здесь уже их 5, ребята. Их пятером можно залететь. Сейчас 5 это уже бригада. Что надо, я вам скажу. Чего боится, не понимаю, Кин? Вот что он боится? Все, здесь надо разваливать мясо. Все разваливает мясо. ССР-шечку отменяет. Надо кидать гранатки. ССР-шечку пора. Эскейп нажимать. Эскейп нажимается. Чего он боится-то? Сверху ничего нет абсолютно. Все, запрыгивай на мейн. Не хочу, и все. Странно, странно. Почему же не дожал? По мне, так вот сейчас даже после убийства вот этой ССР-шки снизу поймал всю эту группировку, запрыгнет и наверх. Там Гелион один и Малик, 4 рипера в клам разберут. Но до этого-то еще больше даже юнитов было, что самое интересное. Сейчас Геликом можно отвлечь вот здесь, вот, а риперами, например, прыгнуть сюда. Ну, естественно, боится Лайф этого делать. Это делать. Кстати, 6 риперов уже плюс 2 Гелика стало. Ну только надо правильно прийти, вот, геликами сюда, риперами на ХГ. Что ж он делает, я не понимаю. Ну это бред полный, чушь вообще. Так, наконец-то он соображает, Элайф, что надо на ХГ залезть. Залезает на ХГ, марики, гелионы уничтожены. Риперов очень много, кажется, все-таки точку поставят. Вот это билд интересный, а здесь-то что летало? Здесь что-то летало, я даже пропустил, что там летало вообще. 1-0 Элайф, ребята, судя по всему. Ну, один хрен он уже сговнял весь экспресс. Вот. Ну, для меня это for fun было, так что пофиг. Кинг Сигу, Акина и Асуну. Сможет ли он их одолеть? Вопрос хороший. Запилю на 2 события экспрессик тоже. Штуки надолеет китайцев. Ну не может же я сумму всех корейцев пробрить. Какой 6-й? 4-й пул, ё-моё. Шестой. В первом StarCraft 4 рабочих изначально. Четвертый-то пулы ставили как раз.
Ну, с 4-го макро и несложно перейти, если ты оппонента убил. Не помнишь уже сколько рабочих? Вспоминай, вспоминай. Я тоже давно в первый старик играл, но не в 2000-м, конечно. В 2000-м я еще начинал только в него играть. Привет, кстати, Биг Джаб. Давно тебя не видел. Да, вроде как Либератор полетел в тот раз, ребята. Давайте смотреть вторую игру. Кин против Элайва. 2 минуты уже битвы. Так, здесь кто-то Пилилова проходило. А вот пацаны побились, смотрите. Победил Кин. 10 хп против 5. Видимо, первым начал пилить. Ну, на 5 хп ушел. Все нормально здесь. КСМ. Рипер летит вперед. Здесь Рипер на ХГ стоит. Нет, зелков моих щедрёги и тов собаки не съедали. Но они об санки просто убились, я помню, на ВЦГ. Вот так вот было. Так, депончик на мэйне пошел сейчас. Элайф обносит там мэйн, в общем-то, развивается понемножечку. Кин то же самое делает. У Кина Рейвен, у Элайва викинги какие-то пошли. Кин делает геликов с реактором. Здесь, так, Рипер гелик стоит, Марики уже вовсю строится. Циклончик сейчас первый будет. Ну, в принципе... Не должен никого здесь никто пробивать. Хотя вот если сейчас без циклона вот здесь вот, например, Элай будет тусоваться, гелики поедут, убьют вот это все за пару залпов на халяву.
А, нет, уже ничего не убьют, уже все заметил у нас в итоге Элай. Сканет в ответ Кукин, видит три Марика Викинга. Сэшечка третья, он не видит, как ставится. Я думаю, нормально здесь задефится в любом случае. Элайв. Так, здесь третья ССР-чка у нас стоит. Стимпака выход нет. А, погодите, стимпак есть выход у Кина. Ну где же бараки? Я пока не вижу добавляемых бараков у красного тирана. И это как-то опасно для него, по-моему. Здесь гелики убили рипера, еще админки умудрились увернуться. У Лайва уже третья сэшечка есть. Уже бараки, две штуки добавлены, на них реакторы строятся. Еще две добавлять, сейчас 5 будет. 1-1 делается. Здесь 1-1 не делается. Бараки не добавляются. Где вообще? Как Кин собирается нагонять оппонент? Хотя бы лимиту сейчас плюс. То есть он по каким-то технике по какой-то перемасил на данный момент. Но по остальным-то как-то он проваливается здесь юнитом по лимиту. Так, геликов отогнал, можно сиджиться здесь рядом, вот здесь вот, например. Вот здесь тогда вот этот танк будет, вот он рейндж его доставать, прикрывать, а этот перекрывать все это направление будет в итоге. Так, ну тут 5 бараков работает, у Кина пока добавляются только бараки. Смотрите, насколько он почву построил. Лайв должен перегонять, потому что Кин до сих пор перегоняет. Где-то заказ того Лайва, я не понимаю. Он вообще, ну, вроде строит пехоту, вроде еще 3 барака добавляют, сейчас будет вообще 8 как бы скоро. Видите, все равно отстает. Здесь викинги танки идут харасить, здесь марики танки в ответочку идут. Причем не видит этого всего дела у нас Скин. И Лайф на халяву сейчас придет. Вообще третья база ничем не защищена. Марики на стиме захочет. ССР-чку нужно уводить. ССР-чку уже никуда вообще не денется отсюда. Ну а здесь два танка викинги, конечно, будут мариками отогнаны. Тем более, так, щиты еще не готовы, правда. Так, заходят марики, как-то на муле странно зашли. Третью Лайф кину минус. Ну, это фактически ГГ, потому что я не знаю, как тут собирается Кин отбиваться даже. Так, симпатичные марики прогоняют, медиваки прогоняют, викинги сейчас прогоняются. Откуют марики, здесь в ответку зашли несколько штучек на танки, попали, были уничтожены. 146-140 по лимиту. Ну пока что дико вперед не вырывается Кин. У Лайва 2-2, у Лайва здесь все живет, у него третья сэшка живая, это провал. Чё? Хеми придумал дропаться на клифы? С
сколько Хейме лет было, когда боксер уже всех в 99-м катал, мне интересно. Вот. Откуда вообще люди бред какой-то придумывают и берут? Лайф идет вперед, Кин идет ему навстречу, Лайф бой принимает, у Лайва явно больше мариков, но он до 2-2 подраться умудрился на 1-1, но этого 1-1 вполне достаточно, чтобы все здесь развалить. И Рейвены, и Викинги, все уничтожается, танки снимаются, Сиджа, почему снимаются-то? Вполне достаточно медиваков было, чтобы все взять. А, здесь Думдроп пойдет сейчас гигантский, а куда он, в каком направлении пойдет этот Думдроп? Станет и Лайф. Пролетает своим гигантским дропом на мейн и просто не может никак Кин на это оперативно отреагировать. Танки высаживаются на мейне, плюс марики на мейне. Но здесь танки-то, кстати, рядом. Они на медиваках летают, здесь прямо вот уже атаковать начинают. И, кстати, Кин здесь достаточно легко. А почему? Не, ну он отбился бы, но дэмэдж критически получил. Он так посчитал. Но по лимиту, вы видите, все, да, плохо было действительно. Ну, по-моему, еще пободаться можно немножко было. Но Кин решил, что нафиг бодаться, короче. Проиграл он Элайву. В итоге Элайв выиграл Ксчигу, а Элайв проиграл Асуну, Элайв выиграл Кина. Теперь, если получается Кин... Интересная ситуация складывается. То есть, может быть, здесь не будет явного победителя. Вот если в группе... А, Гидра 3-0-6-1, всех же шатал, в группе Бебьян 3-0-6-0, Гумихо 3-0-6-0, группы С, то здесь такого может не быть, потому что если Элайв Кина, точнее, если Асуну Кина не вшатает, то тогда Кин, Элайв и Асуну будет по 2-1 у них как-то, вот что-то по картам. Кто выйдет, кстати, вопрос еще. При этом всем надо смотреть, вообще-то будет. То есть по именно по картам будет победитель определяться. То есть интрига в группе получается здесь.
Так, ребят, ждем Ксигу против Кина и Ясону против Кина. Два ТВЗ будет сейчас, естественно, следующими. Что-то ярко, уже солнце светит, надо бы закрыть не шторку. И приоткрыть окно. Душновато стало. Так, инвайт пошел. Жмем ок. Так, ну что, Кин против Ксигу у нас начинается, ребят, сейчас я приду. Так, все, я здесь, ребят. Продолжаем смотреть StarCraft. Теми сколько и мне. Ну, очевидно, что на твой бредовый вопрос ответ был один. Я думаю, понятно было и тогда. Вот. Когда я говорил про то, сколько лет. ЦЦшечка. Поставлена третья. Потому что в то время как еще только пробовали StarCraft, вообще даже не знали, что это такое, только вообще пробовали сыграть, уже были профессионалы в тот момент. В Корее, там и Асмодеи всякие играли, т.д.
Текс, плюс еще барака два. Факта тут рядом. Есть СЦ-шечка рядом. Третья у Кина. То есть Кин халявит очень сильно. Здесь третья хата, но Кин пока не напрягает зерга, в свою очередь. Так, здесь криптумор ставится. Один крип рядом с мейном. Не соединил вот этот криптумор. Ну, сейчас зато здесь везде крип, крип будет соединен. Линги почти прогрызли здесь все. Ну, этот криптумор сюда, этот вниз сразу будет. Здесь тоже к хатке идет, и на центр один идет. Неплохо крипа, как фигу распространяет. Королев три штуки уже стоят, ждут врыва какого-нибудь, если он будет вообще. Ну что, три барака сейчас, два реактора, одна лаба будет работать, Steam делает, притарсерер, всем привет. Здесь у нас на факте лава, видимо, танчики будут. Ну, а Старпорт уже позже реактор запилит. Здесь стенка только пошла, две инженерки сейчас депошки будут. Третья сэшечка полетела. Надо зергу больше дронов сейчас строить. Намного больше. Так, Алистар, привет. Ну что, здесь несколько лингов. На третью забегать, здесь марики, танки есть. Как бы, все эти линги у меня вообще их, бедняк, растрепало. Здесь марики добили, здесь танк издалека расстрелял несколько штучек. 1-1 у тирана даже раньше, чем у зерга. Зерг ставит макро-хатку на третий и ставит сейчас 9 часов, занимает одновременно. Ну, кстати, самое интересное, что тирану пока и нечем помешать. Но выход от тирана будет самый первый уже... Невероятно жесткий, потому что, ну, увидите, он там играет просто в поздние стимпаки, в поздние там био и т.д. Ну, короче говоря, напряжно. Так, запись в СК-1 в 99-2000 в каких-то космических костюмах. В каких-то космических костюмах, в кабинах ракет в декоративном доме сидели. Вот вам ответ, где успех. Пацаны в 2000-м сидели в ракете с декоративным дымом в космическом костюме. А ты бичуешь в бомжелиге. Скажите каждый это себе просто. Ну, 2016 год на дворе, ребята, пора тащить. И сидеть уже, ну, в кабинках без декоративного дыма. Вот. Ну, в первом StarCraft там много приколов было, вообще в Корее там в погонах все были, как бы, интересный, в общем-то, такой момент, там, во многих протимах их, как Бьян сейчас в форме GSL-овской, типа того что-то. 2-2 у Зерга, 2-2 у Тирана, Хайф уже почти готов у Ксигу, кстати, 150-150 по лимиту, ситуация очень близко. С мейна дроны куда? Сюда на 9, что ли, переводятся? Видимо, да? Так, маслинги здесь, танчики с КГ разваливают, беллинги-то будут вообще, беллингов пока не наблюдаю. Так, инфесторы плюс крылья, инфесторов очень много только здесь у Ксигу, я смотрю.
Так, давит, в общем-то, давит сейчас Кин. Лимита намного больше, чем у Ксиго. Здесь пока на корабль... Я не понимаю, есть мув Беллингом. Почему не слить Беллингов на Смикос, Маслинги? Где же Беллинги-то вообще? Чего он ждет-то вообще, Кин сейчас? Ой, не Кин, простите. Вот что сейчас Ксиго ждет? Я просто не понимаю. Он что, голыми лингами собрался вот такой ад отбить, что ли? Ну это же, блин, просто дебилизм. Ну куда ты? Ну что ты? Куда ты топишь-то, ё-моё? Марики на стиме, прямой бой Микос будет вообще. Ну и смысл это извращение делать. Инфесты Теренов выкидывают. Марики, конечно же, на грейдах разваливают все в хлам. Кин просто, смотрите, как оловянные солдатики бьются, разваливают все в мясо. Заморфит и Бейнов штук 10 хотя бы. Уже эффект бы другим бы был бы. Ни одного Беллинга не морфит. Это чуть... Сейчас зерги заболели каким-то болезнью, что ли, я не понимаю. Отсутствие Беллингов против такой тирана темы. Понятно, что уже в ультралов хочется выйти. Вот он, ультра эскевер, но не умереть-то от выхода тоже как-то надо. Но от выхода умирает в итоге у нас, естественно, Ксигу, а это 1-0 Ким. Бредятину вообще делает, реально, китайский тиран. Ждем следующую игру. Так, уже 5 часов почти, на в 5 будет позвонить. Так, пошел инвайтик. Пользователь Алексей.гмаунов активировал премиум на ваш канал. Так, рифсерфер, все в порядке. Вот. Я думаю, ты понял все правильно. Давайте смотреть игру. В 2000 году Титан. Нет, в 2000 году. До знакомства с Титаном в 2000 году было еще лет, наверное... Минимум 10, да больше, да. А не, ну хотя да, какой там 10-й год, ВЦГ там или что-то там было. Еще-то я даже не знал Титана. Еще 11 лет, наверное, было. Так что пыльцу он не приносил. Пыльцу добывали пчелы. Наши. Спасибо Алексей Гауну, спасибо всем, ребята. Да, спонсоров забыл слева убрать, блин, задолбало мне это все дело. Ну, хотя там они не сильно мешали, но здесь нафиг не нужны вообще. Спасибо Ашабану, спасибо всем, ребят, за поддержку, за премиум и за все дела. Давайте все смотреть игру. Через Reaper, опенинг, Reaper CC-шечка. Сейчас факта будет заказан. Ну, как-то, честно говоря, смотрелось так, что зерк сейчас просто в предыдущей игре заморфит Беллингов. У него было инфесторов штук 8. Это просто не... Я первый раз столько много видел. Но он решил, видимо, что газа слишком много у них вложил. Беллингов, типа, делать не буду. Но такое количество Микоза и Бейнов, оно могло бы все там смять просто в хлам. Вот, тем более с забеганием лингов с тыла, сзади, как бы.
Можно было с беллингов лингов со стороны 9 часов запустить и лингов сзади, и вообще бы все прекрасно могло получиться, но он решил, нафига мне беллинги. Ну, в итоге, конечно же, марики просто на оклике все развалили. Инфесты тираны сейчас не решают, как раньше. Да и даже если бы это было раньше, на такой стадии, там из грейдов только один выгрейд у них был. А сейчас-то грейды у этих вообще отсутствуют, у этого каста инфестов. То есть, бессмысленно против биогрейженного их вообще выкидывать. Так, первым же скиллом королева криптумор ставит со второй базы. Решил зерк, что пошлет вниз крип побыстрее. Зачем ему так быстро крип, я не знаю, но ему виднее, что ему нужно. Так, Валюшин почти готов. Закупка муфлин. Сверхранняя закупка. Вот это интересно, куда там и зачем будут копаться линги, это хороший вопрос. А, на мэне нас сканы разводить. Ну, это мало при таком билде, мало строить. Тут 6 лингов. Ну, а побольше-то, штук 20. Чтоб сюда забежать, напрягать. Чтоб сюда передропнуть, напрягать. Так, один линг пробегает. Рипер его видит сейчас. А, это он скопаться хотел. Ну, 5 секунд еще до готовности здесь закупочки. Рипер пытается найти, найдет, нашел линга. Нужно новых заводить сейчас. Заводит новых у нас зерк. Рипера можно окружить, забить. Не окружил, не забил. Копал одного линга на третий. Здесь пытается уйти, будет вкапывать сейчас. Нет, не будет. Можно, можно успеть уйти. Уйдет двумя хотя бы лингами. Не стал на депошке рабочую играть. Правильно сделал. Марики рядом были. Здесь рипер приходит. Гранатками может покидаться вообще. Чуть пролетел, проверил. Линга не заметил. Не знаю, понял ли тиран, что там закупочка или нет. Не уверен абсолютно. Ну, беллинг бомбами, да, надо пользоваться. Если делаешь раннюю закупку, нельзя ее не применить. Просто нельзя, как бы. Нужно использовать всегда все в StarCraft. Стараться. Ну, крип уже в центре, это неплохо. Конечно, здесь две инженерки пилятся по одну в застройку. Что-то всегда ставят ким, не две. Так, ну, дроп полетел. Рипер жив-здоров. Линги две штучки. Рипер с силнаги выгоняют. Ну, минус рипер, что можно сказать. Готов ли будет, правда, к сигу, к дропу двойному 16 марик? Вопрос хороший. Ну, коготь у него точно будет, но других грейдов я не уверен. Точнее, я не уверен, я уверен, что их не будет. Так, роуч плюс один закупка. Роуч плюс один закупка, это ЗВЗ билд. Для против тирана плюс один роуч, мне особо-то и нужен. Дропчик на мейн проходит, ребят, смотрите. Линги прибегают, их не так уж много здесь, этих лингов. Марики стимпачится, но позицию хорошую кин занимает. И похоже он сейчас зашатает к сигу. И это 2-0 будет в его пользу. У меня такое ощущение складывается. Сигу отбивает. Мэну тут фокус дронов великолепный. Через 16 дронов уничтожен. Я не понимаю, почему зергу, ну вот... Ну ты фокусишь, да, медиваки, ну отведи рабов-то в это время, ну фокусят же тебе, видно, как бы откровенно это делает оппонент твой. Здесь прям 4 беллинга под рампой закопано, неужели тиран не видел, как они вкапывались? Ну вот я даже не знаю, как он не мог не увидеть, они ведь не приползли сюда, но вспомнит ли он об этом, когда выход будет делать или нет. Потому что если будет жесткий выход идти, то эти 4 бейна могут все взорвать вообще, все просто. Либератор у нас на третьей присутствует. Королевами надо забирать его. Спурка одна доделалась. Так, раскладывается либератор. Одна королева где-то рядом вообще не атакует. В чем дело-то? Ну, вторая успела выбить. Все нормально. В это время дропчик на мейне. Опять, смотрите, разваливают. Опять 13 дронов уничтожено. И опять неприятно очень. Ну, пока жив зерк. Это положительный момент, безусловно. Так, медивак гибнет.
хоть что-то в плюс для Зерга. По рабам ситуация неплохая. Здесь через пока что воздушным сообщением тиран напрягает, в общем-то, оппонент своего. И идут дропы. Чарли, что ты там кашляешь? Везде, кстати, Бейнов покопал чего, но покопать это одно дело, а успеть детонировать, когда что-нибудь по ним пойдет, это уже второй момент. Так, дропчик пошел. Дропчик на третью сразу прилетает здесь. Здесь все лишь одна королева встречает. Несколько лингов есть, 103-103 по лимиту. Этих лингов явно недостаточно, чтобы все убить. Залп делает минку, шоу скан, королева с КГ выбивает медиваки. Дроны под ударом пытаются уйти. 15 уже уничтожено, 46-53 по лимиту. Ну, тиран, беллинги вкопаны у зерга, тиран решил, что мне по земле ходить, я убью дропами. И в итоге беллингам просто нету возможности даже сработать, там вот в чем прикол-то здесь заключается. Так, прилетел, сейчас дроп под медивак поставился, дропщик погибает и марики погибают. Ну, здесь минка до сих пор живая, по королевам бьют сейчас, бьет она очень не слабо. Спорка откуда там перекапывается, а вот она рядом была, вот здесь вот, судя по всему. Зерг опять восстановил рабочих, опять больше, чем у тирана. Ну, у зерга только ковиди будет, а у тирана 2-2 сейчас, между прочим, будет. Зерг завтыкал с грейдом вторым на армор, это ошибка серьезная, очень надо бы вспомнить и заказать. Но он не видит, не помнит и ничего не заказывает. Здесь все еще дропы идут, все еще дропы, слушайте, тиран... Опять дроп на третью, опять очень даже успешный. 7 дронов выбито, линги выбиты. 97 на 120 с лишним по лимиту. Врыв на четвертую хату идет. Четвертую вообще Кин решил именно саму базу убить 11 мариками. На мейне дропщик получился тоже дронов выбить. Хата четвертая падает, 48-55 по рабам. Расшатал Кин в хлам оппонент свой. Думаю, что здесь уже ГГ абсолютно очевидное в этой игре. Так и не сделав выхода. Ну, даже если сейчас все вот это погибнет. Смотрите, смотрите, выход пошел, скан. Ой, Кин как-то еще и про беллингов понял сейчас. Ну, здесь на следующей рампе тоже бейн и бах! Хороший взрыв сейчас был. Кин взрывается. Дальше ему страшно будет идти. Но лимит катастрофический для зерга. Просто печаль. Нет у него просто сейчас экономики, чтобы вытаскивать эту игру нормально. Грейды 2-1, даже не 2-2. Ну и Кин этим дропчиком здесь. Ой, как минка еще бомбит больно. И вторая стреляет. Сплит имеет место быть. Фокус не особо здесь присутствует. Но вот сверху еще кусманчик био заходит. Медиваки куда-то улетели, куда они полетели. Надо все сюда подвести. Медиваки прикрывает, убивает королев. Идет дальше. Четвертый бой 126-87. Очередной стимпак. Минка не успевает даже выстрелить. ГГ пишет. Ксигуа 2-0 Кин. Кин против Асону. Ну что, если Кин и Асону ушатывает, то тогда и Асону, Кин и Элайв по 2-1 у них будет по картам. У Элайва 5-2, 2-1. То есть он сыграл 2-0 с Ксигуа. Так. 1-2 с Асону. И 2-0 Кина убил. Но у него у Лайва все замечательно, что если вот Кин сейчас выиграет Асону. У Асону, соответственно, 4-1. То есть он если 0-2 проиграет, у него 4-3 просто будет. А у Кина-то что будет? У Кина пока что 2-0-0-2. У Кина... У Кина 2-2 пока что было.
У Кина 2-2, если он выиграет 2-0, у него будет 4-2, это лучше, чем 4-3, он выйдет. Так, ну если Асуну возьмет одну карту у него, то тогда... А, ну тогда по личной встрече Кин выйдет. Короче, нужно только победа и Асуну, как бы, над Кином. Получается, что так, что ли? Да, это матч за выход с группы просто... Лайф уже займет первое место. Нет, если Ясуну выиграет Кина, конечно же, он бесспорный будет. Первое, у него 3-0 будет, как бы, да, там, вот, по встречам, по картам. Неважно уже, что там будет, но вот при любом другом раскладе, при проигрыше Кину, 1-2, либо 0-2, неважно, он не выходит, судя по всему. Ну что же, ждем решающую каточку. Так, ребят, знаете что? Опа, интересно. Короче, 31-го завтра у нас, между прочим, будет плей-офф. Вот данного турнира плей-офф будет. А 1-го СГЛ плей-офф. Тоже великолепные два турика. Короче, будем смотреть. Мы все это делаем. Да 100% у Кина мупхак, ведь если бы он не просканил бэйнов, он, конечно, проиграл бы этих. Что за бред? Так, ждем, пока почеркает. Я спрошу у Варди, можно ли его турик стримить. Пока Варди морчит. Ну что, погнали, Асуну против Кина. У нас решающая игра. Фактически за выход. Выигрывает Кин, это по 3 выходит Кин. Выигрывает Асуну. Ну, Кин со второго выйдет, скорее всего, потому что на лайву проиграл. Вот, если выиграет даже. Если Кин проиграет, то тогда Асуну с первого выйдет. Ну, вот такой вот у нас расклад. Через 3 часа уже Варди Open будет. Я думаю, что я его постримлю. Сегодня там в этих отборочных много наших бьется, товарищей. Стрэндж уже прошел. Не только Стрэндж, там еще кто-то прошел помимо Стрэнджа. Сегодня Каз будет вроде как, там еще кто-то будет играть. Так,
Ну, кстати говоря, тут, возможно, человек прав, потому что беллинги на той карте были закопаны прямо под депошками. И когда они копались, депошечки уже были. Просто я сам момент упустил. Можно это будет посмотреть еще раз. То есть, возможно, тиран таким стилем через дропы и играл, потому что он знал, что там бейны в копы, но просто не хотел сканить и понимал, что этот стиль может катить. Плюс он видел закопочку. То, что линк на третьему вкопал в ТЦ-шечке. Так что тут, ну, мне кажется, все очевидно вот в том моменте. Качалку как ревом. Так у меня кресло качалка есть. Зачем мне качалку? А ну смотри, как качается. Хорошо, просто. Оп, что я закрыл? Погодите, а что она не качается? Может, в натуре в качалку? Вот. Вот оно, вот оно. Вот где суть вообще вопроса. Линк бежит, линк будет сейчас уничтожен. Но я лично за Иосуну, пусть кто-то монополию корейцев-то здесь разрушит, пусть Иосуну выйдет с первого места, ребят, раз он уже сговнял экспрессик весь. Хотя, с другой стороны, Кин может затащить и выйти просто вместе с Элайвом. Кстати, интересно, там просто по группам, интересно, по расам, точнее, кто у нас. О, не, ребят, пусть, конечно, Иосуну выходит. Гидроксивай, Бьян Супер, Гумиху Тайм, Элайв. То есть уже... 4 тирана есть, 1 зерк, 1 прокс. Если еще будет, то будет 6 тиранов, 1 зерк, 1 прокс. Ну, это перебор реально. Какой зерк не делает спорки на базе для дефа? Я чуть не понял. Так, два линга были уничтожены рипером. Все зерги делают практически все делают спорки для дефа. Я не знаю, про какую конкретную ситуацию говоришь. Вот, ну, в общем, такая-то будет рим, мы досмотрим, я думаю, что? Я думаю, что я постримлю FP и Варди Open, потом постримлю просто вам вечерком, и на этом сегодня все. Хотя я и сомневался вообще, стримить, не стримить, посмотрим, может, я паузу, там, часик возьму, чтобы покушать сделать, там, и т.д. Кресло, ну кресло, да, все нормально. Только единственное, я сейчас вчера спалил вот там вот в его изгибах, как бы вроде как сетка, но сколько там пыли на нем, ребята, вот кто... Я так понимаю, что немало людей как бы собиралось купить его, и много кто купил. Просто следите там за пылью, там ад просто скапливается. Вот я на этом аду сейчас сижу, надо как бы... Я пришел сегодня, вот заметил, но не успел, я прям сразу стрим начал, ничего там выйти, протереть. На это минут 10-15 потребуется. Хотя не по 15 там крест потереть. Ну, минут 5 может потребуется, но все равно. Не к спеху. Предыдущая карта. Да хз, почему там никто чего не ставил. Вот здесь вот спорка есть, смотрите, вот уже и либератор прилетает, ничего сделать не может. 63-47 по рабам. Ну и Асуну, смотрю, играет получше, чем его
китайский, в общем-то, соотечественник. Ну, вы поняли. Ксигуа, конечно же. Дропщики вроде как отгоняют, либераторов отгоняет. Дронов 66 на 50, все замечательно. Лагает, говорит Сону, не знаю, что там. У меня после пары подъема раз пинга уже больше ничего вроде как не происходит такого, слава богу. Это замечательно. Так, перекапывается Спорыч. Хайф уже пошел на 7-й минуте ровно. Заказан Хайфу и Асуну. И что самое интересное... Так, здесь линги были подкинуты на минки. Вы сейчас вы увидите, как прям медиваки начнет зеленеть этот парень. Вот этот халявный вообще, братан. Блин, пошел дроп. Мы не увидим, как это происходит. Ну вот он дропается, он регенится уже, естественно. Сидя медиваки, два танка полетели тоже харасить. Другое направление сейчас. 1-1 доделывает Зерга. У Тирана 2-2 не заказан, так что так как он завтыкал сейчас Арбори некоторое время назад, и 4-й хат почти готов. 1-1 готовы грейды, 2-й коготь, 2-й армор-то где? Где армор-то? Где армор? Армора нету пока. Танки летают, харасят, здесь все в порядке. После коготь армор почему-то не заказывают, я не понимаю, почему у нас Зерг. Тиран 2-2 заказал, ну вспомни ты наконец-то про армор. Ну что ж ты делаешь-то, я сону. Вот, наконец-то. Ну все, втык не дико сильный. Вообще фигня втык. Макрохата на мэне, надо третью. Четвертую еще не надо раскачать. Сейчас не 65, а где-то 75-80 дронов было. Хотя вот тут уже выход от тирана пошел. И может не успеть я Асунов тупо этого сделать. Так, видит танки, видит все. Есть ли Беллинг-Нест у него? Нет, Беллинг-Неста нет, зато есть две инфесты. И два инфестейшна. Это был какой-то косяк, я даже не заметил, как он происходил. Вот. Думас линги строятся. Часть линга реводжера в контрзабегание идет сейчас, смотрите. Будет заходить зерк-тиран. Так, видит зерк-тирана. Попытается окружить мариков. Окружает мариков неплохо с двух сторон, смотрите. Часть тиран пытается увести, но успешно, успешно зерк здесь действовал. Пытается контратаковать и основной здесь танк. Либератор видит, что тут что-то кранты какие-то просто. Ничего не сделать. Ну и пока играю Асуну, мне кажется, очень даже уверенный такой, не знаю, что он там нашибается или нет. Тут как бы спорки ставит, Беллинг на Ультра Кеверн, Адреналин, сейчас Ультрал Грейд уникальный уже пойдет. И можно будет сейчас Ультралов пару сразу заказать. Уникальный Грейд пошел, пару сразу, конечно, не заказать Ультралов, и лимита-то особо нету на это, на эту затею. Тут нужно пару оверов, да, а, вот сейчас появляется, что-то. Овер и Микос прошел на мариков. Ну, не стал, конечно, я Асуну сюда лезть. Он бы потерял бы всех лингов, бы, скорее всего, если бы туда попер. Два первых ультралиска запилены сейчас. При бой сможет принять уже, видимо, с ультралами. 73 дрона на 66. Там укусить надо именно медивак. Медивак, фокусит, и Асуну молодец. Сбивает медивак. Один рипер тут снизу остался. Зажат между минералом. Бьется, как лев молодой, но... Королева его уничтожает. Получает трансфьюз. Все, лев молодой слился. Адреналин готов. Уникальный армор тоже скоро будет готов. Обязательно надо ждать этот армор уникальный. Отходит и Асуну отсюда лингов. Линги забегания делают на третью базу. Здесь стеночка большая есть. Ну, закрывается эти эта стенка. Все хорошо у зерга. Третий коготь заказан. Второй армор еще пока я не готов. Линги с адреналином. Смотрите, как они депушки бомбят. Депушки без грейда на армор, соответственно. Ну, тут много слишком био. Отдача лингов. Одного Марика только сгрызет сейчас и Асуну. 200 в 185 по лимиту.
Уникальный армур сейчас будет готов. Третий армур обязательно надо Иосону заказывать, иначе как бы по грейдам будет проседание. Хотя тиран 3-3 еще даже не делает. Плюс 4 ультрала еще пошло. Все, бой можно и нужно принимать. Скан или не нужно? Нет, Иосону решил, что не... А, у него Бейна мув нет. Такая ошибка жесткая. Так, пошел замес. С двух сторон заходят все юниты. Микос надо на танки кидать, чтобы они никуда вообще не делись отсюда. Фаербулы на танки падают. По медивакам часть попадает. Ультралы давят, танку сбривают. Либератора нужно забрать. Либератора вроде как Иосону забирает. Да, забирает. И здесь Реводжеры с ультралом сминают все в хлам. Плюс еще новый ультральский подходит. Но Микоза больше нет, к сожалению. Ну, 175 на 141. Все, по-моему, в порядке. Все здесь замечательно. У Зерга он идет вперед. Может быть, имеет смысл на ход ноги фаербольщиков выкинуть. Решил, что не надо выкидывать ничего пока. Так, ультралы новые-новые подходят, линги новые-новые дотекают, пятая хата готова, дроны туда уже поехали. Ультралы на планетарку приходят, начинают ее ломать, фаерболит планетарку, неплохо Иосону, прилетает здесь кин сюда, но у него не хватает тупо здесь юнитов. Либераторы под ударом, либераторы сбиваются моментально, просто максимально быстро Иосону их ликвидирует, идет вперед, и посмотрите, как он бреет здесь хорошо. Ой-ой-ой, молодец, какой Иосону. Блин, приятно, смотри, китайцы молодцы, смотрите, какой уровень поднялся, например, уже у Иосону. На равных скинами всеми вот этими лайвами катает, и вполне себе неплохо. Так, процессов нет. На данном турнире, в данной группе процессов нету. Вот на Варди Опен будут, и я сейчас FP, наверное, поиграю тоже. Ну что, ждем вторую карту, пока не указывается она. Все, хост есть, заходим. Yeah.
Так, не знаю, возьмет ли вторую Ясону, ребят, но Ясону молодец, как ни крути. Играет он сильно, ребята. Поехали. И Кина тут он пошатал уже в первой игре. Вот у нас вторая минута уже идет. Карта апофеоз. И Асону главное выиграть, чтобы выйти с первого места и все. Если он проиграет Кину, то он проиграет в принципе. И не выйдет из группы. Так, кстати, можно сейчас 2 на 2 будет покатать теоретически, в принципе. Если ты, Илюх, готов. Не знаю, что там Дима. Может, домой приедет, сможет погеймить. Вторая депушка, реактор, факт... А, нет, реактор второй барак, это ранний Steam, соответственно, здесь. Ну, все стандартно, абсолютно. Так, сейчас я кучу. Пристройка завершена. Режим готов. Пристройка. Так, ребят, отписал Илюхе про 2 на 2, не знаю, сможет он или нет. Если сможет, то фуфан поиграем, потому что я сегодня крайне невыспанный, да, как бы. Вот, но... Если не сможет, то покатаю я и сам, в принципе, 1 на 1. Ну, 2 на 2 как-то повеселее и поменьше напрягаться надо. Так, депошечки пошли. Здесь у нас что? Здесь у нас камни пробиваются, пытаются здесь... Так, Ингами и Асону пытаются напрягать чуть-чуть, а бегает вокруг. Минеральная линия, ну, решил не забегать, в общем-то, решил не отдаваться. Понял ли, что он ранее здесь стимбилд, не знаю. Ну, товером бы залететь, сейчас понять, как бы, потому что... Нужно готовиться. Хотя такое ощущение, что понял, почему. Просто Роуч Ворон строится. И в принципе, как раз таки вот сейчас на золото можно перевести. Будет рабочих побольше. Плюс 2 овера выйдут. Сейчас масс Роучи можно заказать. На золото надо перевести для того, чтобы вот это и они эффективнее стали работать просто. Так, здесь линги подбежали к депошкам. Линги сейчас спалили вообще весь этот вылет, которого не будет пока. Ну, вылет будет, судя по всему, на 4, что ли, медиваках. Почему бы и нет? Сейчас плюс 2 еще будет. Марики здесь есть в обороне. Их и не так уж и мало. Их 5 штук здесь. Третья сэшка намечается сейчас. Можно грузиться просто и лететь спокойно. Потому что здесь не 16. Так, 14 мариков минка будет. Будет 19 мариков минка и 4 медивака. Это уже сверхсерьезный будет врыв. Так, королевы тут что-то бегают, роучи тут что-то бегают. Видит дропы прекрасные Асону. 2 эволюшна пошло. Начинает лагать. Я надеюсь, не я опять же тут минк повышаю. Золото Асону начал добывать по добыче, естественно, в плюсе он.
лучший бой принимаю. Нет, у меня все окей. Пинг не подскакивает, значит кто-то другой лагает. Четвертую пока не ставит, а Асону странно. Так, когда кажется, креститься надо, говорится так обычно у нас, поэтому лучше посчитать все нормально и увидеть. Вот, а если, если Асуну проиграет 1-2, то у него равная с Кином будет, вообще абсолютно равная, по 4-3. Вот, и тогда Ким просто по личной встрече будет. Если 0-2 бы проиграл и Асуну, то тогда даже по картам там было бы печально. Здесь забегание, 130 Асуну, 101 Кина. Короче, Асуну держится неплохо пока что. Закупочку там делает, смотрю, неплохо. Так, Минку. Не успел фокуснуть, а на Роуче за это успела фокуснуть. Хайф пока не делает у нас Асуну, странно. Это какой-то врыв Роучи Реведжерами, такое ощущение намечается здесь. Ну, по лимиту 158 на 108, как бы, по лимиту все замечательно, и Асуну. Ну, Роучами он недалеко не всеми вперед идет, хотя он идет на подземном муве, смотрите. И вот пока эти ползут, другая группа подбежит по на муве сюда, как мне кажется. И можно, посмотрите, что сейчас можно сделать здесь просто. Смотрите, сколько... А что он мимо-то идет? А, ну просто два сюда пришло. Группа забегает еще сюда. Группа не слабая забегает, очень не слабая. Грейды 1-1, у Тирана 1-1, через 2 секунды будет готов. Выкапываются Роучи, танк от фокусом сразу. Загружается Ким, пытается улететь. Золото минус, на мэйне два выкупались. На второй тоже два выкупались. Но на второй-то там они ничего сделать особо не могут. И Ким терпит здесь 115-178 по лимиту. Смотрите, как Асуну жестко, просто джойстка пришел, я бы сказал. Джойзенька. Роуч просто громят здесь все, золото громят, здесь контрдроп этот ничего сделать не может, вперед не идет, Кин возвращается назад, ГГ просто пишет, и Асуну великолепен сегодня, 2-0, Кина убил, Лайву убил, всех убил, короче, 5-1 и Асуну просто сейчас выйдет с первого места, ребятки, 5-1 у него просто, одну карту отдал Лайву всего лишь, он остальных по 2-0 ушатал, просто молодец. Так, делаю стоп-старт, ребят. Вернусь без задержки. Запись выложу, конечно же, Лайфенга на YouTube. Одновременно с FPN-чиком сейчас. Ждите.